Утро, друзья. Четверг у нас, ноябрь. Как бы я выбирал тягач 65-225 с усиленной рамой, вот за эту машину я могу ручаться. В этой машине я снимал от и до. От и до. Я знаю, что по двигателю, что по коробке, что по редуктору, по всему, что его действительно полностью откапитали. 100% полностью откапитали. Если вы посмотрите все мои видео, там это, наверное, будет только второе видео, ну, максимум третье, которое я могу сказать, что вот по этой машине, эту машину я рекомендую. Вот, за нее я могу ручаться. Таких реально по факту мало. Ну что, начнем. Начнем. Евро 2. 360 лошадей. Коробка ZF-16. Топливная аппаратура Язда. Здесь резина новая. А здесь бушная. Как правило, толком не видел, чтобы на запаску ставили новую. В этом плане экономия есть. Это факт. Что мы видим дальше? Сегодня заводить ее не буду, так как я уже ее заводил. Заводится хорошо. Не дымит. Аккумуляторы новые. Кабина после капитального ремонта. Сейчас я залезу. Аккумуляторы новые, мосты Мадара, седло Джост. Тут лужа. Я сейчас все равно проберусь. Бак 350 литров. Так, сейчас залезу.